Посмотрите, какие красивые цветы. Это арка из цветов. Вот роза. Жерди из стволов бамбука, подготовлены для каких-то хозяйственных нужд. Вот такие они длинные. Смотрите, сколько плодов джетфрут на этом дереве. Дети в тенечке играют под деревом. Привет. Hi. Привет. Привет. Бананы. Это банановые пальмы. Вот так кабачки растут над землей. Сетка натянута,
чтобы они от влаги, которая исходит от земли, плети не портились. Они растут над землей. Вот один висит. Мотоциклы ездили, пыль поднимали. В горло попала пыль, першит. Теперь. Вчера прошел довольно-таки сильный ливень. Кое-где еще грязь. Я вчера ходил в сторону реки Ганг. А вот папайя, кстати, дерево. Вот плоды. Вот так выглядит. Ходил в сторону реки Ганг, и меня уже на подходе к реке Ганг накрыло ливнем, и батарея села, аккумулятор. Да, в общем-то, снимать уже нечего было при такой погоде. А прямо перед этим удалось снять свадьбу вот обычных таких сельских людей. Немножко кусочек поснимал, там 5 минут. Привет. Люди отдыхают в тенечке, медитируют. Ну вот здесь, на этих грядках, ничего не было. Их поливали. Вот уже появились первые всходы. Привет. А здесь уже дайкон. Уже, в принципе, такой он хороший, крупный. Можно уже его дергать. Сейчас поближе покажу. Крупный уже дайкон, такой хороший. Пожалуйста. Целое поле дайкона. Здесь капуста уже. Всходы были. Она уже подросла. По-моему, это цветная капуста. Сейчас поближе посмотрим. Нет, еще сердцевины нет еще. Вот люди работают на поле, и, по-моему, они пропалывают сорняки. Привет. Пропалывают сорняки, у них радио работает, новости слушают. Это деревья личи. Урожай личи здесь позволяет местному населению от сданных оптом ягод жить целый год. Все повсеместно сажают у себя деревья личи, все ими засажено, так как требует наименьших вложений труда. Доходы, получаемые от сдачи оптом ягод личи. Very good, very good. Привет. One, one, two.
Привет. Hi. Привет. Привет. Вот, пожалуйста, папайя. Смотрите. И выше. Какое количество плодов там. Вот. Привет. Ну, джетфрут. Сейчас покажу, сколько их здесь. Нет. Ой. Пыль попала в горло. Маленькие деревца папайя. А вот смотрите, какой здесь кабачок. Сейчас покажу. Довольно крупный. Может даже поближе подойти немножко. Вот он вот так висит над землей. А вот еще, что это? Я не могу пока сказать. Такие цветы. Что-то необычное какое-то растение. Дорога, мощеная кирпичом. Тропические птицы.
Вот она. Они такие здесь невзрачные. Порхнула. Вот эти растения с очень крупными листьями. Приложу свою руку. Листья просто огромные.